В Губкинском завершилась ежегодная благотворительная акция «Единой России. Собери ребенка в школу». Ее цель – поддержать детей из многодетных, малообеспеченных и семей военнослужащих. Так в общественной приемной партии торжественно вручили последние наборы. Напомним, в рамках акции проводился сбор канцелярии и других необходимых ученических принадлежностей. Все собираются. И депутаты собирают, и все горожане собирают какие-то принадлежности школьные или финансовые вложения какие-то вкладывают для того, чтобы подарить детям и родителям внимание, показать, что все-таки они здесь не одни, они находятся в большой, теплой семье нашего города Губкинского. За время проведения акции удалось собрать и передать 36 подарочных наборов. Партийцы выражают благодарность тем неравнодушным губкинцам, которые внесли свой вклад в важную акцию.